light of Christmas shining through our eyes, our smiles. You know it could shine on through all the good that we do for the people that don't have it so good. Light of Christmas shining through. Всем привет, с вами снова я, Даналя, и сегодня будет одно очень страшное видео под названием просто покупка вещей Рождества. Как-то так. Я вам в прошлом видео про обновление сказала, что я хочу скупить много вещей, которые продаются в здешних магазинчиках, и они мне действительно понравились. Так вот, я говорила еще, что я хочу копить на коня, но, знаете, я хочу вещи, потому что стартапы иногда показывают, практикуют такую вещь, как не успел, опоздал. В прошлом году в пещере продавалась за желание белая борода. Теперь же ее там нет. Вот просто нет, ее нет нигде. И это очень обидно, знаете. Вот, поэтому сейчас я буду смотреть и скупать все, что мне нравится. Так, только, наверное, надо вначале, знаете, что надо начать с тех комплектов, которые мне прям вот очень-очень сильно нравятся. Но такими комплектами надо подумать. Так, нет, это не этот магазинчик. У меня конь завис. Слегка. Вот в этом, наверное. Да. Вроде бы вот этот вот магазин. И вот в нем мы будем смотреть и покупать все, что мне нравится. Так. Так. Значит, уздечки. Посмотрим. Мы, знаете, вначале будем покупать то, что нам очень сильно нравится, а потом то, что, ну, не очень сильно нравится. Так, нет. Так, может быть. Значит, так, нет. Пока что. Вот этот мне нравится. Жалко, он страницы перелистывает. А, ладно, будем вот так вот смотреть. Насчет этой кофты я не знаю. Как-то непонятно мне пока с ней чувства. О, да, вот этот свитер точно. Вот эту точно. Подожду, пока непонятно. Вот это. Значит, вот это. Вот это. И вот это. Черную юбку за шиллинги. Ой, мои бедные СКМСК просто сейчас все улетят прочь. Ну-ка. Так, я знаю, что барышки где-то тут. Вот они. Пить. Так. Сапоги. Что у нас с сапогами? Ой, слишком далеко. Так, ну такие ботинки мне не очень. Так, вальтрапы. Вот только вот этот нравится. Шиллинги мы покупаем. Седла.
самое интересное. Одна страница сидел. Так, подумаем. В принципе, симпатичная, но что-то как-то сомневаюсь. Так, уздечки. Одна страница уздечек. Бантики мне тут абсолютно никакие не нравятся. Нагавки. Давайте нагавки посмотрим. Нет. Но подобного типа у меня уже есть. Очки. Ай, дай мне глаза свои посмотреть. Такие очки. Да что ж ты поворачиваешься? Вот такие, вот такие. Нет, очки мне никакие не нравятся. Так. Значит, едем в следующие карточки. Посмотрим, что будет там. Эти. Во. Значит, тут будем набрать. Тут бороды. А, так, пока что я их трогать не буду. Сидельная сумка. Берем. Нагавки. У меня вроде такие есть. Я не помню. Уздечки, седла. Вот от седла хочу. Вальтрап этот. Вальтрап вот. Сколько? 76 СК. Так, вот эти сапоги. Покажи перчаточки. Ну нет. Шлем вот этот хочу. Штаны вот эти обязательно. Так, и... Ай-яй-яй-яй, коленкой ударилась. Больно-то как. И вот это. Так. Теперь следующий магазинчик. О, тут уже поинтереснее выбор. Так, шляпа. Ну, давайте возьмем. Свитера. Угу. Так. Значит, мне нравится вот этот свитер. Сложный выбор, сложный. Так. Я даже не знаю. Со звездочкой нет, со звездочкой нет, а звездочка. Хотя он мощный, 108 скачка. И проверим еще раз самый первый магазинчик. Может быть, что-то есть там? Так. Ага. Ага. Так, штанишки. Вот эту шапочку хочу. Вот эти варежки.
вот эти сапоги. Вот этот вальтрап. Вот это седло, вот оно где. Так. Седло уздечка зимняя. Так. И я думаю, на этом все. Хотя нет. Мы сейчас проверим, по идее же, в крупных городах, ну точнее, Морунд, Форпинта должны были открыться новогодние лавочки. Давайте проверим их еще. Хотя чего-то я их не заметила во время просмотра обновления. Нет, действительно, я не ошиблась. Торговых лавок в море, Форт Пинта и в остальных местах нету. Видимо, я что-то перепутала. В общем, купила я все, что хотела. У меня осталось 466 СК, а было 1000 с чем-то. Но я думаю, до выхода новых лошадей я успею накопить. Для меня это не проблема. Вот. Желаю вам хороших зимних деньков. Не морозьте своих лошадок. Тренируйтесь с ними, чтобы они не стали ледышками. И не забывайте их угощать морковкой. С вами была я, Даналия. И мой конь-богатырь. Добрый день. Всем пока.